Меня зовут Пончо Мэн. Вы скажете, что это смешно? Вовсе нет. И недавно я подсел на блокстрайк. Враг сзади, враг. Ладно, а если серьезно, то я делаю так. Ну шо, народ, погнали. Так. Это мужицкий дождь, ребят. И так. Беги, беги. Чувак, камон, если ты давно не орал со смешных моментов, то тогда ссылка в описании. Жду тебя, дружище. Ну а теперь ролик. О-о-о, парень, полегче, а ты это, лайк поставил? Давай, братишка, ставь, пожалуйста, лайк. И обязательно подпишись на мой канал, потому что сегодня, ребята, будет открытие кейса вместе с Кента ПК. И сегодня я надеюсь, что мне выпадет керамбит или гуднайф. Надеюсь, ребята, то, что в этот замечательный день мне выпадет что-то хорошее. Так что, пожалуйста, поставьте лайк, а я буду понемножечку покупать золото. Так, ребята, сейчас самый неприятный момент. Покупаем золото. И минус 60 гривен. Ну все, вот теперь без керамбита вот просто будет обидно уйти. Ну что, поехали, да? Так, магазин, кейсы, скины. Ну что же, вот прямо сходу поехали. Все, ребята, вот просто без лишних слов, просто поехали. И что же, кентухи, выпадет? А ну-ка. Вот это да, я не ожидал. Как обычно, мне, ребята, выпадают те скины, которые у меня уже есть. К сожалению, этот скин у меня есть, и я с ним даже играю. Это крутой скин, но, ребят, увы и ах, он у меня есть. Ну что же, давайте сразу не тянуть резину. Попыточка номер два, и, возможно, именно в этот раз мне, ребята, выпадет что-то ценное. И вот, кстати, смотрю, у меня такая странная прическа, ё-моё. Да ну, вообще какая-то жесть. В общем, не смотрите на мои волосы, потому что прическа очень странная. Я даже сам не знаю, как так вышло. Все, поехали. Тик-тик-тик-тик-тик-так. Ну чё, керамбитик? А ну иди к папочке. Ну, керамбитик. Ну. Ой. Мне, как обычно, выпадает скин на АВП. Да и при том, этот скин у меня тоже есть. Ребят, я уже не знаю, зачем мне делать открытие кейса, если у меня, по сути, все скины уже есть. Уже прям обидно. Вот серьезно, ребят, я не знаю, если сегодня ничего полезного не выпадет, я, ой, как долго не буду снимать больше открытия кейсов. Потому что, ну, я надеюсь, ну, я верю в этот керамбит, а мне он не выпадает. Фух, поехали. Прошу, ну хотя бы что-то нормальное. Ладно, ну просто что-то нормальное. Какой-то хороший секретный нож. Я буду рад и на этом. Суицид, ну тоже есть этот скин. Ребят, пока что мне выпадают все скины. Ой. Что это такое? А, мне пришла смс-очка, что у меня минус 60 гривен. Можно всплакнуть. Ну, а мы продолжаем дальше открывать кейсы. И пока что мне выпало 3 скина. И все эти 3 скина у меня уже есть. Хотя бы новые выпадали, что ли. А то постоянно выпадают те же самые скины, это уже прям обидно. Так. И как обычно, кентухи выпадает топовый скин на USP. Всегда мечтал именно об этом скине. Нет. Поехали. Так, моменты истины. Кажись, этого скина у меня нету. Да, ребята, спасибо хотя бы за то, что мне выпал скин, которого у меня нету. Я понимаю, что 5-7 это полная лажа, но спасибо хотя бы за это. Ладно, ребята, я уже не прошу ни керамбита, ни гатнайфа, ничего не прошу. Просто, чтобы подали те скины, которых у меня нету. Хотя бы просто это, и все. Ну что, погнали. Тут знаете, что самое неприятное, что даже скины, ну, просто не пролистываются, тут даже их нету, вообще нету этих скинов. То есть нету никаких хороших скинов, но зато есть скины Injection. Ну, это, ребят, у нас традиция, мои старые подписчики, олдфаги уже знают, что аух Injection, ребята, это просто one love, это любовь всей моей жизни, и мне, конечно же, выпадает этот мега крутой скин. Ну чё, идемте дальше. Так. Ну, давайте. Хочу что-то хорошее. Пока что я даже не видел керамбит. Но знаете, что самое неприятное, что я его даже не видел? Ни керамбита, ни гуднайфа, ничего не видел. Ух, давайте дальше. Осталось 3 открытия кейсов, и я, ребята, до сих пор полный бомж. Кажись, вообще не было, да? Ничего хорошего не было. Я в шоке.
Не, ну, ребят, ну это уже просто какое-то издевательство. Потому что мне выпадают те скины, которые у меня есть, или выпадают вообще скины на какое-то оружие типа 5-7. Слушайте, больше открытия кейсов не будет. Если мы, ребят, наберем 2000 лайков, я сделаю большое открытие кейсов. Так что, ребята, давайте немножко поднажмем. Вот кто хочет открытие кейсов, давайте поднажмем 2000 лайков, и будет большое открытие кейсов. И вот тогда мне точно должен выпасть керамбит. Ну а пока что мы просто идем дальше. Тика, ну-ка, ну-ка! Так, ну что, ждем годноту, держим кулачки. Да ну блин! Да ну нет, ну только не этот скин. Не, ну уже есть этот скин, я уже с ним играю. Да не, ну это какое-то издевательство. Ну просто печаль, беда. Ребят, обидно. Я кидаю блокстрайку обидку, потому что, ну, мне неприятно. Я вот, блин, сколько играю, надеюсь, что мне что-то хорошее выпадет. А мне, как обычно, не везет. Поехали. Последний кейс, последняя надежда. И прямо сейчас мы узнаем, Кент ПК лох или нет. Так, а ну-ка. Ждем буквально секунд 5. Я не подсматриваю. И что же мне выпадает? А, слушайте, а этого скина у меня нету. Ну, скажем так, ну, такое себе открытие кейса, потому что я ожидал что-то получше. Но, в принципе, ребята, спасибо и на этом. Спасибо большое и на этом, я рад этому. Ну что же, мы, ребят, с вами договорились, что если будет 2000 лайков, я сниму большое открытие кейсов. И еще у меня к вам одна небольшая просьба. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, это очень важно, есть ли у вас керамбит. Если есть, то какой у вас скин? Потому что мне вот интересно, у всех есть керамбит, кроме меня? Или есть такие люди, у которых нету керамбита? Так что, пожалуйста, напишите в комментариях, есть ли у вас керамбит или нету. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь и обязательно напишите комментарий. И, кстати, нажать на колокольчик, ребят, это хорошая традиция, так что нажимайте на колокольчик. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК, всем удачи и всем пока.